Всем привет! Я Александра Соколова, рассказываю о жизни в Турции и предлагаю недвижимость в Мерсине. Сегодня я вам покажу готовую, новую, мебелированную квартиру 1 плюс 1. Квартира находится в районе Тамюк. Второй дом от моря, отличный обжитый комплекс с бассейном, с охраной, с парковкой, с генератором. Квартира отличной планировки, продается, как вы видите, поэтому ставьте лайки и смотрим квартиру. Поехали! Мне в квартире понравилась отдельная зона прихожей. Вот такая нарядная, красивая, встроенный шкаф, зеркало дает и красоту, и уют, и увеличивает пространство. Пол здесь у нас ламинат. При входе есть санузел. Санузел хорошего размера. Подвесной унитаз с функцией биде. Каменная столешница под раковиной и широкий душ. Спальня хорошего размера. Шкаф, тумбы, двуспальная кровать. И имеется выход на балкон. Тамюк у нас в перспективе газификации, поэтому газовые батареи уже стоят в квартире. Большой балкон у спальни. Квартира южной ориентации. Вид на море. Рядом парковая зона, зона променад, базар по четвергам. Отличная локация для постоянного проживания. Имеются кондиционеры. Зима-лето. Кухня-гостиная, единая зона, современная, красивая, функциональная кухня с каменной столешницей, с холодильником, стиральной машиной, тройкой, вытяжка, духовка, плита, шкафчики с доводчиком, обеденный остров, отделяющий пространство, удобное зонирование кухни, большой зал. С выходом на террасу. Зима-лето, наш кондиционер мощный, инвентарный, экономный. Большая терраса. При желании террасу можно остеклить. С террасы открывается вид на море. На территорию нашего комплекса с беседками, с бассейном, зонами барбекю, детскими площадками. Удобная квартира. Доступно получение вида на жительство по этой квартире. В этой квартире состояние «заходи и живи». Имеется даже посуда и текстиль. Если у вас остались вопросы, связывайтесь с нами по телефону WhatsApp. Телефоны где-то появляются на ваших экранах, либо находятся внизу в инфобоксе под видео.
На этой квартире мы можем сделать вам онлайн-показ, но, конечно, лучше, если вы приедете и увидите все своими глазами. Будем рады видеть вас в Мерсине. Увидимся. Пока-пока.